Недавно узнал любопытнейшую вещь. Оказывается, в начале 90-х, когда страна была охвачена войной, в Армении не было ни света, ни газа, соответственно, и ни работы, и ни денег, люди как-то умудрялись, где-то доставали деньги, ходили в театр. То есть сцена была задействована, залы были полны зрителями. Любовь армян к театру оказывается неспроста. Дальше вы узнаете, почему. Да, хотя бы взять тот же кинематограф или театральное искусство. Например, мы знаем о том, что один из наших соотечественников, Рубен Мамулян, снял первый цветной художественный фильм в Голливуде «Бекки Шарп» в Соединенных Штатах Америки. Или, например, одними из законодателей театрального искусства в России были люди армянского происхождения. Это Тарасов, Рубен Симонов, Немирович Данченко, Евгений Вахтангов. Их имена можно перечислять бесконечно. А если еще учесть, сколько было меценатов армян в Москве, которые способствовали театральному искусству, то исчисление будет десятками. О чем я? Дело в том, что театральное искусство и Армения связаны друг с другом с древнейших времен. С тех самых времен, когда и в Древней Греции делались какие-либо постановки. Более подробно о театральном искусстве Армении мы поговорим с этнологом, историком Эммой Петросян. Но для этого нам нужно отправиться в Ереван, чего мы сейчас с вами и сделаем. А вот и техника дошла. Собственно, мы с вами уже в Ереване. И, как я обещал, мы в гостях у Эммы Петросян. Эмма Хачатуровна, такой первый вопрос. Я знаю, что из народов постсоветского пространства армяне имели свой театр уже в античные времена. Меня интересует, скажите, в те самые античные времена армянский театр каким репертуаром обладал? Кто были актеры и какой это временной отрезок? Знаете, вообще об театре очень трудно говорить, потому что это искусство развивается в пространстве и времени. Сыграли спектакль, все, его нет. Тем более, что это античные и древние времена. Мы же знаем, что наша письменность с 5 века только. Значит, мы должны искать свидетельства у других каких-нибудь авторов. Но, слава Богу, так сказать, у нас есть свидетельство Плутарха о том, что в Арташате был поставлен спектакль, приехала труппа во главе с Язоном и поставили вакханки. Вот. Так что, ну, некоторые подразумевают, что там был и амфитеатр как строение. Но Плутарх говорит, и понятно, что это было во время пиршества. Ну, так и принято было, что крытое помещение, собрались все там знатные, собрались, и надо их развлекать, и вот как раз вакханки были. Еще одно свидетельство Плутарха есть, что в Тигранокерте построили амфитеатр, но якобы там не сыграли, так как было поражение, но все равно сыграли, даже Тигран собрал там артистов из разных-разных городов или стран, как будто бы, да, и должны были вот сыграть эту труппу, но не случилось, но так как он потерпел поражение, но все равно там, если не ошибаюсь, Лукул все-таки поставил этот спектакль, что-то такое было. Вот да, это... вот что игралось на сцене в основном в армянском театре? Ну, говорят, что Арташес, да, опять тоже, опять Плутарх, что якобы Арташес писал пьесы. Ну, видимо, это были античного содержания, это были боги, которые карали. То есть богов можно было изображать на сцене, да? Да, можно было, конечно. Тем более, что наша площадка амфитеатровая, она еще трех уровней. Значит, внизу это был хор, в середине протагонист, там актеры, а наверху уже боги были. И даже есть выражение в греческом, что «Deus ex machina», то есть Бог из машины, то есть Бог спускается уже к зрителям, ко всем. Ну, как правило, боги же по земле не ходят. Вот обратите внимание даже на все постаменты. Если, значит, у нас
Даже полководец все равно, значит, обязательно постамент. Это люди ходят по земле, а средняя зона – это герои, а высшие – это уже боги. Это как вот в древнеиндийских эпосах, что-то даже похоже. Конечно. Да, конечно. Традиция эпическая у всех народов приблизительно одинаковая. Даже, ну, если даже в рамках индоевропейских народов говорить, то все равно. Да, что-то есть общее. Да, конечно, бог да, Ману да. И армянский Манук, малыш, да. Что-то имеет общее, да? Это обязательно. Скажите, ну вот в древнегреческом театре там приветствовались даже убийства, какие-то вакханалии, сатирами, вплоть даже до эротического содержания. Вот армянский театр чем-то отличался от греческого? Он был какой-то свой, со своим колоритом? Или это было подобие греческого? А мы просто не знаем. Мы не знаем. Я же сказала, что пространство... Плутарх умалчивает в этом. Да, Плутарх умалчивает. Наши церковные писатели, конечно, об этом не говорили. Но, слава Богу, до нас дошли тексты Мусеса Хоринаци. А Хоринаци очень интересное свидетельство говорит, что он своими глазами видел спектакль, представление под звон бомбирно музыкального инструмента. Кто-то говорит струнный, я говорю, что ударный. Как Ной сошел с Арарата. И вот расселение Ноевых сыновей, вот этот спектакль разыгрывался. Это уже точно мы знаем, что такое было. Потом то, что битва Вагагна с драконом была, это тоже Хоринаци говорит, что я сам видел. Вот так что все-таки у нас есть, ну, конечно, если Хоринаци пятый, то все равно традиция же издревле идет, тем более, что как Ной сошел с Арарата, это же очень старое предание должно быть и устоявшееся. А известно, на каких площадках, вот, например, в том же Арташате все это действие происходило? Эта площадка сейчас выкопана, она есть? Знаете что, этой площадки нет, но можно подразумевать, если мы представим этот холм, обычно если амфитеатр, ну так, открытая сцена, то должны сидеть на холме, а внизу должно разыгрываться действо. Так? Да. А дело в том, что вот этот холм-то есть, а там, где вот якобы должно было быть действо, там сейчас кладбище. Могильники, и его невозможно. Там наши ребята из Института археологии копают, но они копают на семи холмах этот Арташат был. Там, да, но амфитеатр должен быть так, чтобы вокруг сидели бы на склоне горы, а внизу бы площадку показывали. Вот так можно даже предположить, что было у Гарни. Вот Гарни тоже, если храм там наверху, а там внизу, там где виноградники сейчас, и эта речка, можно подразумевать, что вот там, где были виноградники, там как раз рассаживали зрители. Но другое тоже можно предположить, что вот если Гарни ступени, они очень шаг очень большой. Так что можно думать, что на этом шаге, на этих лестницах сидели жрецы. Конечно, сам храм Гарни внутри никогда невозможно, там маленькая площадка, сакральное помещение считается. А вот на площадке перед лестницами, даже и сейчас организовывают, когда фестивали, так и обыгрывают ее. Имма Хачатуровна, я вам забыл сказать, что наш интернет-ресурс, он больше развенчивает мифы, которые создаются нашими соседями об армянской культурологии, об армянской истории. Под ударом и такая богиня, как Анаит. Я знаю, что вы номер один сейчас в Армении, в современной Армении, по богам и богиням древней Армении. У вас есть работа и не одна работа. Сейчас я даже вижу книжку. Скажите, очень часто затрагиваются темы в Азербайджане, в частности, что богиня Анаит была какая-то такая распутная богиня. Правда ли это? Совершались ли какие-то действия в отношении этой богини, в храме этой богини? Ссылки идут на Карла Маркса даже. То есть даже до коммуниста доходят. Нет. Что вы слышали об этом? Знаете как? Во-первых,
богини-матери, они всегда любвеобильны, можно сказать. Дело не в том, что распутницы. Как и индийская кали, кстати. Нет, они должны иметь детей. Да. Понимаете? И много, чем больше детей, тем лучше. Конечно, до нас не дошли сведения о детях Анахит, скажем. Но известно, что у нее был муж Вагагн. У Вагагна была возлюбленная Астхик. Но вот многие ученые, и я тоже соглашаюсь в том, что там такая триада Анахит, Астхик и Вагагн. Астхик, видимо, прозвище. Потому что звездочка, видимо, прозвичка, но это та же самая Венера. Так что потом раздвоилось, два образа стало. Но фактически Анаит могла иметь много разных прозвищ, как и все богини. Это аватара, да, говорится? Да, наверное. Да. У нее и цветок должен был быть священный. Да. Ну, точно как и в Ведах все. Да, не, обязательно, обязательно. У каждой богини свой цветок, свое дерево, свой... Значит, свой танец, свою там может песня быть. Все это целый цикл такой. Угу. Когда делаешь реконструкцию ритуала, вот тихо-тихо все это выходит. И что интересно, что все эти ритуалы или всякие, скажем, символы, они все из одного того же корня. Угу. Вот, скажем, торг, и там много талалос, там всякой болезни, все. Все это вокруг корни этого слова получается. А у нас была богиня или бог врачеватель, скажем? Врачеватель? Мифологии армянской. Знаете как, отдельно у нас пантеон, как, скажем, в Греции, уже когда разветвление пошло богов, такого у нас не было. Ну, скажем, Тир. Говорили, что он мудрец, там допир, писатель и все. Но, конечно, все боги должны были врачевать. Да. Они могли и насылать болезнь, кару какую-то, и в то же время врачевать. То есть они не то, что владели стихиями, но они могли врачевать. Конечно, то, да? Конечно. Скажите, потому что каждый бог имеет свой цветок. Да. А причем этот цветок обязательно в лечебной медицине. Он зафиксирован, я так случайно вышла на Виола Триколор, скажем, это бог Торг, у него он вызывал удушье, талалоц, талквен, то есть вот такой. И потом, когда я так начала крутить, вижу, что есть цветок, это Виола Триколор, как раз помогает. Я так в аптеке случайно спросила, я говорю, от чего это цветок, почему это лекарство у вас? Я вычислила, что цветок торта – это Виола Триколор, а потом вижу в аптеке, он говорит, это от ангины, вот лечит хазидем, от кашля. Вот случайно так получилось. Поэтому боги все должны быть врачеватели. Скажите, а из древнеармянских музыкальных инструментов, вот по вашим словам, я понял, что в театре даже играла музыка. Из древнеармянских музыкальных инструментов осталось что-то в наши дни? В наши именно дни? Вот исконно армянское. Вы знаете как, вот в рукописях средних веков очень много изображений музыкальных инструментов, и все они почти у нас бытуют. Это тот же самый, да? Это тот же барабан, это тот же кастанет, это тоже музыкальные тарелки, струнные все разные виды, конечно. И дудук был тогда? А? И дудук был тогда, он играл? Да. Вот там есть. Да? Я обязательно посмотрю. Посмотрите, отдельно там у меня собраны все музыкальные инструменты. Там даже кеманча есть. Правда, он вот даже так почему-то. Даже многие считают, что кеманча это иранский. Не-не-не-не-не. Вы очень внимательно посмотрите раздел у меня. Там я-то есть. Посмотрю, надо, чтобы еще и зритель тоже. Да. Римма Хачатуровна, вот я полистал вашу книжку и увидел тут иллюстрации к первым армянским евангелиям времен Ренессанса, где указаны маски. Что это за маски? Вообще очень удивительно. Тут даже и какие-то голые люди присутствуют. Да. Вообще что? Очень удивительно, что именно в Евангелии
появились отражения театра, которые восходят еще к языческим временам, потому что ряжение и маски – это характерно как раз античному периоду, а не средневековому. Но дело в том, что, видимо, в средние века появился снова интерес к своему прошлому, к Ренессансу. И что такой знаменитый художник, как Торос Рослин, именно он обращался к этим маскам. Возможно, что он был даже придворным декоратором, как, скажем, был Леонардо да Винчи или Рафаэль, который... А может, он был сомневающимся христианином, полуязычником? Нет, нет, он был четкий христианин, но в свои вот эти маски, отражения средневекового, фактически в средние века снова пришло это языческое, народное творчество. Вот эти маски, это же характерно только народу, не профессиональному театру. Вот, ну и появились вот в Евангелии. То есть он, видимо, тогда уже не воспринималось это как что-то богохульное. Это был просто ренессанс, интерес к нашему прошлому, как и всегда у народа, интерес к своей биографии. Хотелось бы еще задать вам вопросы по армянским танцам. Какие были армянские танцы в древние времена? Сохранилось ли что-нибудь из тех армянских танцев у современных армян? Конечно, танцы, как и театр, фактически в том виде, каком они были, до нас не дошли. Но опять я хочу упомянуть Мовсеса Хорейнаци. Он упоминает о том, что была наложница Бакору Сюнеци Назыник, и она плясала. Но это, конечно, свидетельство о сольном танце. Да. Но если мы говорим о расселении Ноевых сыновей, что Ной сошел с Арарата, это представление, то это, конечно, у нас коллективные пляски. И, несомненно, они были круговые, как и дошли до нашего времени. Вот так. Ну, то есть определенных названий таких ничего не сохранилось, да? Танцев армянских, древних. Да, нет, не сохранилось, если не ошибаюсь. Ну вот Лисицян так достала терминологию. Ну, все равно едуарач там или что-то. Такие по форме, не по содержанию. Ну вот, скажем, такие групповые танцы мужские, как тот же Кочари, например, или Берт, они в какой период возникли у армян? Кочари, конечно, понимаете как, народ не бывает. То есть армянский народ был и земледельцы, и земледелец. Они разводили коз и животных вообще. Так что или было отгонное скотоводство. Но во всех случаях кочари считается подражательным танцем, как якобы, как будто бы передают образы козлов. Там такие движения есть резкие в левую сторону. Вот мы опять возвращаемся к греческим сатирам. Да, да, сатиры, да. И тем более не случайно, что как раз в средневековых миниатюрах мы встречаем несколько образов козлов. Человек в маске козла. А вот в кочари, конечно, он так и начинается он как-то в левую сторону и очень резкий выпад такой, как будто бы бодается или какой-то бой. А мне больше козлов напоминает почему-то танец козлов Ярхушта. Нет, Ярхушта вот это, вот нет, это воинственный танец. Так считается. Вот. Потом Ярхушта это братец оружия, братец по оружию. Нет, эти удары, они символизируют битву. Тем более, что деление на две группы, друг против друга. Если бы они были бы линейные, еще могли бы мы предположить. Но вот козлы, вот этот кочари, он линейный. И видно, вот так вот стадо движется туда-сюда, туда-сюда, а потом идет вперед. Ну, как положительная магия, это движение вправо. А с Ярхушта ясно, что там такие удары. Вот мы немножко еще от фольклор, сейчас перемешку с филологией затронем. Вот есть еще такие танцы, как
Терекеме, Энзели, например, Узундара. Ну, что греха таить, да, мы знаем, что на слух мы понимаем, что это не армянские названия, больше даже азербайджанские названия. Вот можно ли их считать армянскими танцами, если они армянские, то почему у них названия азербайджанские? Если это азербайджанские танцы, то почему мы их называем армянскими? Вот. Ладно, я вам встречный вопрос задам. Чей танец лезгинка? Грузины говорят, что это наш танец. Ну, есть и армяне, которые говорят, что это армянский танец, армянская лезгинка. А слово-то лингвистический? Ну, понимаете, русские могли назвать его и аваркой, и кого угодно, но я думаю, что, наверное, лезгинский, раз лезгинка. Ну, я скажу, это, во-первых, все танцы, которые вы перечислили, они сольные или дуэтные максимум. Нет, в основном они сольные. А сольные танцы, они больше сложились в городской среде. Вот представьте себе старый Тифлис 19 века. Ремесленники из разных городов, из разных стран, скажем, или разные народы. Каждый привез свой танец, каждый привез свои какие-то движения. И вот в этой ремесленной среде и сложились вот эти танцы. Вот. Но так как более-менее популярно было это турецкие названия, все просто наложение. Наложение, да. Да. То есть можно смело то есть говорить... само название не отражает движение. Ну, в принципе, да. Вот, скажем, кочари, коч, это быть, то есть козел. Да. Кочари, значит, танец козлов. Понимаете, уже в своем термине есть. Или, скажем, вервери, традиционный танец, верх-вер, то есть... Танец связан с плодородием. Надо высоко прыгать, чтобы и пшеница у нас росла, и все растения, все это, и дети росли бы. Магия такая заключена. Вот. А тут... Шалахо из этой же песни получается. Да, да? То же самое. Родился армянами в Тифлисе. Не обязательно армянами. Не обязательно. Не обязательно. А это можно сказать, знаете, что Узундара тоже не обязательно армянами в Карабахе? Это, знаете, городская ремесленная среда. Очень трудно сказать. То есть вы не можете точно сказать, армянский это танец или азербайджанский? Знаете как, движения сольных танцев, они похожи все-таки. Да, это может быть скользящие движения, тур вокруг себя, по кругу, и поднятые руки. Ну, сейчас, конечно, очень высоко поднимают руки, хотя у нас не положено, чтобы было высоко вот этот уровень груди, а они так и торжественно получают. А вы слышали что-нибудь об армянской лезгинке? Не знаю. Ну, есть такой танец, говорят, что есть, арцвапар. Знаете как, в последнее время так... Начали всякие сочинять названия. Я же не зря спросил, потому что в интернете Ишханат очень много спар. На эту тему. Я слышала Ишханат спар. Ну, господи, какие Ишханы, почему они танцевали, а народ я еще танцевал. Слышал Гай Лапар. Да, что это за танец, я не знаю. Не знаю. Я слышал. Ну, во всяком случае, молодежь сочиняют. В интернете спорят по поводу того, что есть армянская лезгинка, называется она арцвапар, очень старинный танец, и все про него забыли. Пусть не записывают, я скажу, это Гаги Геносян сочиняет. Вот именно что я у Гаги Геносяна то же самое спросил, он тоже об этом ничего не знал. Ах, слава Богу. Скорее всего, это молодежь сочиняет некоторая, которая почему-то в последнее время очень любит подражать кавказским народам. Я не знаю, почему. Кстати говоря, о кавказских народах. Мы с вами говорили о том, что к концу нашей беседы с вами мы перейдем к этнологии. Скажите, Эмма Хачатуровна, из ныне здравствующих народов, понятно, что армяне за свою многовековую историю потеряли своих двоюродных братьев, народов, кто-то как бы вошел в нас, скажем так, смешался, ассимилировался в современных армянах, кто-то исчез с исторической арены. Кто из здравствующих современных народов наиболее близки по крови армянам? Вот этот вопрос очень часто витает в воздухе. Это персы, это греки, а может грузины, может какие-то из кавказских народов. Или таких вообще нет? Я скажу одну хитрую вещь. Лингвистически армянский язык очень близок к литовскому. Корни. Так... Кстати, да, я это тоже заметил. Да. Очень клетолитовская корни, группа. Да. К литовскому.
Ну, тут такое дело, что все-таки Армянское Нагорье было центром формирования индоевропейской нации, народности. А потом уже они разошлись. Так что говорить о том, что, ну, как вы сказали там... Кто наиболее близок этнически из современных народов? Именно этнически, не лингвистически. Лингвистически понятно, это практически народы индоевропейской семьи, но кто-то есть подальше уже от нас, кто-то чуть ближе, да? А вот именно этнически. Если в этнологии вот 19 века, 19 века, то все-таки нам близки очень греки. Греки. Да, и не случайно, мы же в Малой Азии, мы же всегда соседи были, пока они перешли на Балканы и их согнали оттуда. Ведь Константинополь и наша династия там сидела. Угу. Вот. Так что греки все-таки ближе всего. Вот я это исследовала. Да, я же не зря вас и спросил. Да. Представьте себе, что у всех европейских народов очень много тех элементов, которые и у нас. И, конечно, есть вариация специфическая каждому народу. Вот. Это же не так фотография точно. Ну, вот интересно, скажем, вот у Босха есть работа «Корабль дураков». Фактически это карнавальное шествие на лодке. Все. И там, значит, какая-то сверху, видимо, веревка такая, и на веревочке спускает, к веревочке привезен то ли хлеб, то ли что-то такое круглое. И все окружили его участники этого, которые на корабле, и все как-то открыли роты, что-то то ли говорят, то ли что-то. Многие трактуют искусствоведы, что они поют. Но фактически они хотят откусить этот кусочек хлеба. Фактически это масленичная игра, и у нас есть такая же масленичная игра. Вот в районе Кесаба было тоже, сверху спускали, значит, эту веревочку, но у нас там не хлеб был, а, значит, просто поджигали ее, и все дули. Ну, чтобы веревочка к ним подошла бы, какой-то... То есть фактически то же самое. Там, скажем, во Франции есть тоже, но, скажем, свешивали кувшин. Да, и вот и сама игра называлась «Горшок». Вот то же самое, видите, тот же самый принцип, как в одной игре, тот же самый стереотип. У меня к вам последний вопрос. Вы много уже издали, написали, перечитали тоже. И наверняка абстрактное мышление тоже сработало, и что-то осталось. Скажите, у современных армян и армян тех стародавних времен сохранилось ли нечто такое общее, может быть, в характере? Да. Вот это что именно? Любовь к семье. Семье. Детям. Это очень характерно армянам. Дети для них – это высшая категория счастья и жизни, цель. И дом построить. Да, обязательно. То есть об этом даже думали армяне античности. Да, вообще. И о хлебе насущном. Да. Для детей. Дом построить и детей иметь, это всегда было у армян заложено. Спасибо большое. Было очень интересно, но, к сожалению, у нас мало времени. Пора заканчивать. Хорошо. Спасибо, Ирина. Спасибо. Не знаю, когда вы последний раз были в театре или первый раз, но лично я был там вчера. А первый раз я оказался в театре, когда мне было, по-моему, лет 11. Помнится, принесла нам соседка лишний билетик, а я как раз лежал, болел, в этот день я не пошел в школу. И вот мы поехали в театр. И помню, как назывался этот спектакль «Пока бьется сердце». Сюжет там был таков. Женщине оставалось недолго жить, она узнала, что ей скоро конец, и все свое жизненное последнее время она путешествовала, любила по-новому, какие-то воплощала свои желания, которые не могла себе позволить, когда была здорова. Так вот о чем я.
Конечно, я тогда не понял толком, о чем спектакль, потому что спектакль был для взрослых. Но когда на следующий день я пришел в школу, и классная руководительница у меня спросила, а где ты был, почему не был в школе? Я говорю, я болел. Говорит, ха, болел. Представляете, это она говорит всему классу, представляете, вчера я ходила в театр, смотрю, там Арутюнов бежит по сцене с цветами. Это он так болеет. Я думаю, сейчас, наверное, мало кто из 11-летних учеников может похвастать, что они болели в театре. Хотелось бы обратиться к родителям. Ведите своих детей в театр обязательно, несомненно, потому что этот вид искусства довольно-таки древний, довольно-таки, что называется, армянский, и он еще будет долго-долго жить. Это куда интереснее, куда полезнее, чем кино. Ну, а на этом сегодня я прощаюсь с вами. На следующей неделе мы увидимся непременно, как обычно.